Обустроенная площадка, прилавки с навесами. Этот рынок в Кудепсе открылся совсем недавно, но уже обрел постоянных покупателей. Производители и продавцы сами жители микрорайона. У многих из них частные дома, сады, огороды. Люди выращивают фрукты, овощи и зелень. Арендовать место на рынках многим не по карману. Большая часть местных продавцов – пенсионеры. К нам обращались местные жители именно вот этого микрорайона, жители преклонного возраста, ветераны, у которых есть сады, приусадебные участки, огородики, которые не могут по состоянию здоровья далеко вести и реализовать то, что они выращивают. И, естественно, люди преклонного возраста, они хотят, ну, быть, в общем-то, действительно при деле. Это все понятно уже, когда человек на пенсии, ему хочется чем-то заниматься. Администрация Хостинского района при поддержке руководства города представила жителям такую возможность. Удобное месторасположение, облагороженная территория и бесплатные торговые места. Все это позволило подзаработать одним местным жителям, а другим покупать натуральные продукты, которые выращивают их же соседи. Еще один плюс такого рынка – доступные цены. Наконец-то сделали такой приличный рыночек в хорошем месте, доступный для всех. И для мамаш с детьми можно подъехать, и для бабушек, которые могут на костыле прийти. И получается так, что наши местные жители, которые здесь, я многих знаю, они живут в Николаевке, в Каштановке, здесь на месте, они свою продукцию носят. Вот, продукция, нам это нравится, доступные цены. С самого начала торговцы стали относиться к рынку по-хозяйски, порядок здесь наводят сами. Ярмарка и дальше будет развиваться. Если появятся еще желающие торговать своей продукцией, то прилавков станет больше. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.